В субботу, 16 ноября, вы сможете посмотреть 4-серийный детектив под названием «В тени больших чисел по следу дождя». В нем главные роли сыграли Виктория Романенко, Олег Назаров, Марина Могилевская, Сергей Друзьяк, Валерия Рыбина. Серийный убийца наводит ужас на жителей города. Маньяк, которого называют дальнобойщиком, расправляется со своими жертвами рядом с междугородными трассами. Неотъемлемыми составляющими авторского почерка преступника лицо покойной, прикрытое волосами, а также босые ноги. Дело ведет капитан Анастасия Ольховская. Следователь загнана в тупик. Уже случилось 3 убийства, а у нее до сих пор нет более-менее стоящей зацепки. Свидетели и улики также отсутствуют. В критический момент неожиданно объявляется человек, который утверждает, что ему известно, где и когда случится очередное убийство.